50 тысяч георгиевских лент в преддверии 9 мая раздадут в Сургутском районе. Часть из них жителям муниципалитета на улицах будут дарить волонтеры Победы. Их в районе более 3000 человек, и почти все они еще учатся в школе. Ребята своими руками прикрепляли георгиевские ленты к специальным памяткам. В них написано об истории символа, приведена инструкция, как его правильно носить. Раздавать ленты начали с 1 мая. Сегодня волонтеры убирают территории у мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. У волонтеров Победы есть такой слоган «Не только 9 мая», поэтому в преддверии 9 мая проходит самая крупная акция. Это такие, как всероссийские субботники, это георгиевская лента, это письма Победы. Но на протяжении года ребята участвуют в больших квест-играх, у них проходят марафоны различные, ребята собирают гуманитарную помощь, также включены в эти процессы. Поэтому это большой цикл мероприятий, где участником может стать каждый желающий житель Сургутского района.